Для начала представляем наш школьный гангстер-рэп. Ну, о том всем, что было за последние года. Наш итог. Поехали. Давай, Петрович, отчет. Поехали, ребята. Споем с учителями. Нормально. Сейчас попробуем описать наши последние года, ребята. Знаете, прошу, только давай без мата. Не вопрос, только пусть нам учителя подключаются, а то у меня приличные слова уже кончаются. Окей, Петрович, вступай в диалог. Да, помог так помог. Походу его мы затронули слишком рано. Давай вспомним времена 10 класса. В общем, Людмилка повысить свой рейтинг шоп кричала. Я шоп крейдя в лоб, то крейдя в лоб. Ну и в общем, что все мы хорошо закончили школу, она пыталась взять нас за... Вы понимаете, это что? Дальше пропустим мы пару строк, которые повергли школу в... Шок! Шок у Людмилки, у всех был шок, когда в голову Даши прилетел снежок. Но Андрей-то знает, за ним есть грех. Шок! По гимназии с перепугу пошел слух. Шок! Бежал весь 11 б, не хотя идти на урок. С перепугу бухнули они на пас, а шок. Капитан гимназии помнит, за ним есть грех. Шок! Шок! Ну а потом Коронский к нам пришел, стал учить рукопашный прием. Он всегда нас учил. Опа, ноги защитил. Заставил он нас как-то бегать на стадионе, но Илюша стоял на морозе. Потом он сделал быстрый рывок, побег этот Коронский в двух словах описать смог. Бежит, бежит, бежит и сдох. А ну-ка расскажи про уборку, Саня, как сделал ты в классе настоящий потоп. Сколько говорить, что класс – это не баня. Ты что издеваешься, Саня? Позже преподаватели учили Сашу, если дальше будет материться, то пойдет он под стражу. Били руками его по доске, походу они на своей волне. С тех пор по школе понеслась мала, что 11 Б. Отдельная республика. Стоп, чуть не забыл важного момента. У нас же прошла смена заучи и директора. Раньше у нас была София Ивановна, но теперь ее место уже занято. Теперь она радует края Винницы, хотя заслужит Мальдивы или пляжи Ибицы. Петрович, скажи, было бы клево. Не можу підібрати слово. Заучим стала капуш. Нужно по гимназию поднимать. Все в порядке держать. Да, сейчас на переменах контроль, потому что директор наш настоящий король. И даже на переменах полная тишина. Это она, Ирина Алексеевна. А, Санек, а как же Аркадьевна Алла? В этом году ее было немало. В шкільній формі ходити, матюківне казати. Алла, нам буде вас не хватати. Ученики вибирають лідерів, учителя своїх представителей. І кожна школа заслужує свого правителя. По итогу, ті, хто вчора були. Вчителі, завчі, методисти. Сьогодні уже... Депутати, директори, міністри. Чуть опять не забыл важного момента, ведь мы мерзнем даже на протяжении лета. Зарплаты учителям не платят, нас не годуют, возникает вопрос. Кто школу годует? Короче, за этот год было много и смеха, и слез. На этот раз Юлю за еду довели до слез. В общем, тяжело описать наши года без мата. Вот такой год! Вот такая фигня, понятно.